Привет всем. Хочу рассказать, как я избавился от оскалины в глазу. Смотрите, что у меня с глазом произошло. Болгаркой я в итоге пилил. Попало в два глаза. Один проморгался, а другой нет. В итоге я что сделал? Взял обезболивающее. Вот такой вот лидокаин. Стоит 18 рублей. Закапал в глаз. 3 минутки подождал я. Вот. Глаз перестал чувствовать. Взял ватную палочку, пошевелил. Оскалина была прям по центру практически. Вот. Не расшевелилось, ничего. Взял я дальше от этой палочки, сделал, ну, снял ватку. Зажигалкой поджег, сделал лопаточку. Вот. Этой лопаткой тоже чувствую, железка там плотно сидит. И ничего ни туда, ни сюда. Что делать? Глаз болит до безобразия. Взял неодимовый магнитик я. Такой самый сильный, маленький у меня был. И этим магнитиком фигак. Смотрю, что-то у меня там осталось. Такая стружечка на нем. Вот. Проконсультировался с врачами. Съездил сейчас в ЦРБ. Посмотрели. Да, стружки нету. Все у меня там, в принципе, шикарно. Только небольшой, немножко осталось там ржавчины внутри. Вот, прописали вот такое лекарство, получается, называется Тобрекс. Вот такой вот Тобрекс и корнигель. 3 раза в день надо это все дело делать. Вот я капнул, в принципе, уже смотреть могу. Мучился я где-то 3 дня. Было ужасно. Ночью я даже брал таблетки снотворные выпить, чтобы уснуть, глазом не моргать, думаю, вот так вот, чтобы его больше не тревожить. Думаю, ну, выскочит само. Но само не выскочило. Пришлось самому доставать все это дело. Вот. На свет очень плохо реагировал. Сейчас до сих пор в очках хожу. Даже в темную погоду, когда даже солнышка нету. Вот, что дальше будет. Ну, я смотрю, уже, в принципе, улучшение идет. Так что, ребят, кому была информация полезна, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Все, всем пока. Удачи, не болейте.